Конституции пишется одно, а в жизни совершенно другое. Когда в Конституции декларируются права, которые реально не реализуются. Это совок. Конституция 1936 года Советского Союза была самая демократическая считалась самой демократической. В мире. При этом были концентрационные лагеря и массовые убийства. Что у нас сегодня? По Конституции главным органом исполнительной власти является Кабинет министров. А на самом деле администрация президента. Орган исполнительной власти Кабинет министров вертикали не имеет. Администрация президента, которая по Конституции не является исполнительным органом, вертикаль имеет. Что, с чем вы сталкиваетесь, когда вы вызываете министров и управление к себе на комитеты? С тем, что у вас дублирование функций везде. Для чего это сделано? Для того, чтобы никто не мог отвечать за провал в той или иной сфере. Потому что пуговицы пришивает один, рукава другие, третий, подстежку четвертый, претензии к костюму, который одеть невозможно, есть? Нет. Поэтому, сколько бы ни меняли сейчас лиц, если мы не сделаем новую конституцию, полностью новую, потому что согласно действующей в Украине конституции, вносить изменения в условиях военного положения, в условиях, не при введении, а в условиях, изменения вносить нельзя.